В жизни много есть разных вопросов, от вопросов томится душа. Но один самый нужный и важный еще раз прозвучал для тебя. Он один не дает лишь покоя, но ответ нужно дать на него. Почему ты живешь без Иисуса? Почему ты живешь без Него? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет утешить в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей! Вход свободный, распахнуты двери, от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя, Он зовет тебя, Он зовет тебя в светлое небо. Друг, подумай сегодня серьезно, будет поздно ведь думать тогда, когда вдруг перед Богом пристанешь, чтоб ответить за жизнь и года. Когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, когда скажет «Уйди, сын заблудший», что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет утешить в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей! Вход свободный, распахнуты двери, от ненастья, вражды и скорбей. Он зовет тебя, Он зовет тебя, Он зовет тебя в светлое небо.